В Сан-Челлини то и дело всплывало имя Андреас Кеслер. Гениальный конструктор, отец-создатель управляемых ракет, ловелас, алкоголик, убежденный нацист. Кеслер занимался ракетами большой дальности, но УСО полагало, он не решит вопрос радиоуправления. Уничтожение Орхидеи свидетельствует, что мы ошибались. И сильно. Разумеется, Орхидея была легкой мишенью. Но если нацисты создали управляемую ракету большой дальности, это может переломить ход войны в их пользу. Американская разведка, УСС, полагает, что Кеслер в Италии, возможно, под защитой кровавого генерала Гейнца Бема. Я был отправлен в прибрежный городок Бетанти для встречи с нашим связным из УСС. Перед готовящимся вторжением на Сицилию жизненно важно узнать замыслы нацистов. Рыжий лис вызывает на сетку. Рыжий лис вызывает на сетку. Слышу вас, рыжий лис. Американский самолет-разведчик обнаружил вышку ретрансляции на окраине города. Нейтрализуйте связиста до того, как он вызовет подкрепление. Также ликвидируйте снайпера. Конец связи. Вас понял. Конец связи. Лейтенант Карл Фейерберн. Отличная работа в Сан-Челлини, особенно с учетом обстоятельств. Вместе с Орхидеей погибло много храбрецов. Сделаем все, чтобы их жертва была не напрасной. Нужно найти Кеслера. Да, мне говорили, что ты всегда бьешь в точку. Кстати, я Джек Уивер. УСС осознает, что дело не терпит промедлений, Карл, но надо действовать осторожно. Что ты знаешь о Гейнце Беме? Палач Болоньи. Да,
Бем, кровавое чудовище, при этом скрытное. Мы так и не знаем, как он выглядит. Зато дела его рук видны повсюду. Похоже, он командует Кеслером. Найдем Бема, найдем Кеслера, ясно? Ваши люди считают, что лучше всего обратиться к силам сопротивления. Учитывая наш прошлый опыт с партизанами, мы думаем, что могут быть сложности, но готовы рискнуть еще раз. Мне нужно имя и место. Ими командует некая София Дирокко. Они зовут ее Ангелом. Ты найдешь ее в городе. Хорошо, попытаюсь. Карл, послушай. Нацисты проводят регулярные облавы. Они прочесывают гавань, собирают партизан и... По всей вероятности, уже начались расстрелы. Ты знаешь, где они? Могу только догадываться. У партизан есть штаб. Найдешь его, это поможет делу. Поищу. Карл. Этот город... Пороховая бочка. Нужен только маленький огонек. Попробую отыскать штаб партизан. Здесь больше нечего искать. Из-за чертовой посудины будет трудно подойти через пляж.
auf, was da vor sich geht! Weiß ich leider nicht, das Typ. Findet lieber mal heraus, was? Больше ничего не найти. Думаю, я собрал все, что мог. Так, тут снайпер. Thank you.
Кажется, собрал тут все полезное. Вот и все. Церковь, там и кладбище. Штаб должен быть где-то здесь. Thank you.
больше ничего. Это точно штаб. Но где же София? Взрыв пакеты. Думаю, мне они понадобятся. В записке Софии говорится, что она отправилась в замок.
Это мне очень пригодится. Тут больше ничего нет. Thank you.
Кажется, партизанам перекрыли кислород. Возможно, я сумею им помочь. Тут и пригодится подарок Софии. Ну вот, теперь точно попаду в ад. Смотрю, у кого-то есть друзья и под землей. Yeah.
кажется, собрал тут все полезное. Надеюсь, не опоздал. Думаю, я собрал все, что мог. Ты должно быть ангел. Есть разговор. Снайпер УСО. Что ж, очень рады. Она спасла нас. Чего ты ждешь? Давай поговорим.